Доброе утро всем. Добро пожаловать на канал MX Fishing. Немного о сегодняшней ситуации. В основном я рыбачу на спиннинг. Примерно 98% всех рыбалок я ловлю хищника. Но на моих стандартных водоемах на данный момент запрет нерестовый на щуку и на судака. В чем проблема, да, спросит кто-то. Лови окуня или там другого хищника, который там водится. Но еще один запрет запрещает ловить вообще на все искусственные приманки, исключая только нахлыст, нахлыстовые мухи. Вот, так как я не занимаюсь нахлыстом, приходится искать себе какой-то другой вид рыбалки. И тут мы займемся остальными 2%, это ловля белой рыбы. Вот, сегодня конкретно мы отправимся на небольшой такой пруд и попробуем на этом маленьком прудике половить все, что будет ловиться на кормушку или фидер. Да? Ну давайте, поедем, попробуем что-нибудь поймать. Итак, друзья, я на месте после часовой езды примерно наконец-то добрался такое вот такое интересное место. Вот это у нас наше озерцо, где мы сегодня будем рыбачить. Вот. Теперь мне осталось только найти место, вот, сесть, прикормить. И потом только покупать разрешение для рыбалки на этом озере. На это озеро здесь, то есть на этом озере делают так. Сначала приезжаешь, подготавливаешь все место, потом в 8 утра открывается магазин, который здесь вот неподалеку. И там уже покупаем разрешение на рыболовный день сегодня, да? Итак, друзья, я сделал предварительный закорм, вот, собрал часть снасти уже, получается мой фидер или пикер уже готов. И плюс я буду использовать сегодня еще легкую карповую снасть, легкое карповое удилище такое для начинающих, скажем так, для легкого карпфишинга. Вот. Приехал я в 6 утра.
Вот. И 2 часа уже почти топаю здесь по берегу. Вот. Ну, как, с одной стороны, неплохо, можно подготовиться, свои снасти там настроить, как я уже прикормить, выбрать место, но с другой стороны, не совсем хорошо, потому что надо срываться, получается, ты оставляешь свое место. Если тебе сильно повезет, то буквально как только ты отъедешь, на это место встанет следующий рыбак или очередной рыбак. И твое прикормленное место, получается, потеряешь, да? Все было зря. Но будем надеяться, что нам сегодня повезет и все-таки получится нам оставить наше место после покупки карты. Вот. И поеду. Попробую. Может быть, магазин уже открыт. Итак, друзья, первый заброс обоих снастей 8.15. 8.16. Первая поклевка на фидер, на пике. Такая слабенькая поклевочка была сейчас, пока я забрасывал вторую снасть, второе удилище карпово. И... Ну давай. Скорее всего, рановато. А, нет. Кто-то есть. И минуты не прошло, ребята. Как у нас? Первая рыбка. Это вот такая вот, такой вот подлещик. Как вам такая рыбалка? Буквально полминуты. Вот у нас кто-то трепещется. А, это в этот раз красноперка. Самая настоящая красноперочка. Вот такая. На 3 опарыша. Кажется мне, сегодня рыбалка у нас будет отличная. И при том, ребята, я сейчас кормушку не заполнял на пикер, на вот эту активную снасть. Мне кажется, сейчас предварительного закорма, который я сделал уже примерно 6:30, на месте достаточно корма. И, может быть, скажем так, достаточно было корма, чтобы туда пришла рыбка. Вот. И сейчас я хочу попробовать докармливать каждый второй раз. Я уже специально поставил очень маленькую кормушку, специально, чтобы чересчур рыбу не перекармливать, так как все равно у нас конец марта. Рыбка все равно не так-то и активна, особенно крупная.
Про мелочь ничего не буду говорить, но крупный лещ или даже карп все равно не кормится еще так активно, чтобы кормить его просто килограммами, да, там 5-6 килограмм в день, то есть за рыбалку. Из-за этого каждый второй раз набиваю кормушечку на пикере. Будем надеяться, что эта тактика у нас будет приносить поклевки. Уже что-то посерьезней. И 8.30 или 8.29 и 30 секунд. У нас следующая рыбка. Так, кто там у нас? Неужели понадобится сачок? Подсак. О, да. Где-то. Это у нас. Друг, подлещик. Так, сейчас я вам его покажу поближе. Вот такой вот подлещичек. Примерно 30 сантиметров в длину. Ну, это такой стандартный размер на этом озере. Я уже ловил здесь пару раз. Вот, и это такой размер, который идет, ну, скажем, 80%. Примерно 10% идет мелочевка, красноперка там, плотва, густера, совсем мелкий лещ, подлещик. Вот. Но в этот раз он заглотил, конечно. Заглотил, блин, как окунь. До самого не хочу. Вот. Даже не видно, где тут у нас. Где у нас там крючок, непонятно. Вот. Ну, включусь, как отцеплю. Итак, у нас происходит сейчас беззвучная поклевка на пассивную снасть, на карповую. Попробую я ее достать. Кто там у нас сидит? Вот. Тоже опять что-то получше. Не совсем мелочь. Скорее всего, тот же подлещик, то есть такой же, а нет, маленько меньше. Вот такой вот в этот раз у нас подлещичек. Я скажу, такой размер я буду отпускать, вот уже побитый хищником, прям хорошо видно вот на боку, вот здесь щучка скорее всего или судачок его покушал. Раз он выжил уже такую атаку, отпустим его. Пускай живет. Немного об этом озере. Это озеро такое сам, по сути, платник. Вот, в который постоянно запускается рыба. Такая как карп, щука, судак. Вот, здесь есть сом, который иногда дает о себе знать, когда пробуешь ловить на спиннинг. Разрешение сюда на рыбалку с восхода солнца до заката солнца стоит 12 евро. Забрасываем шестой раз на пикер. И расскажу вам дальше про этот пруд. Карту я приобрел. К моей радости магазин открылся маленько раньше, с 10:08. Пришлось маленько подождать, минут 5 я посидел в машине. Вот, приобрел карту, которая у нас выглядит вот так. Такой вот листочек, где на 5, что у нас здесь стоит.
Рыбачить можно две удочки за раз. Одна из них может быть спиннингом на хищника. И две рыбы можно взять в день. Но эти рыбы считаются как не лещ и подлещик, или мелкая рыба какая-то, плотва, а считается карп, линь, щука и судак. Вот, вы можете в день взять или два карпа, два линя, две щуки или два судака, если поймаете. Это максимум. Вот. Еще что. Есть запреты по щуке, но это как и общее, везде, во всех землях Германии свои даты. Щука сейчас, например, в Баварии закрыта с 15.02 по 15.04, получается. Судак с 15.03, получается, сейчас в марте, в середине он закрылся, и 30 апреля он только откроется. Вот. Ну, а вот стоит еще насчет рыбалки. Ночная рыбалка запрещена. Ночевать здесь на берегу тоже запрещено. Разрешается рыбачить с 5 до 10 вечера. Вот, с 5 утра до 10 вечера. Немного, ну, с восходом солнца получается. Вот. И все. Получается у нас вот это все правила, которые... Ну и плюс еще нужно соблюдать законы рыболовные той земли, на которой вы рыбачите. То есть Бавария. А у нас она совпадает с землей Баден-Вюртемберг, в которой я живу. И здесь нельзя, например, использовать садок. Пойманную рыбу, которую вы хотите брать с собой, нужно тут же умертвлять, оглушать, умертвлять. Вот, чтобы она бедная не мучилась в садке. И тогда вы можете ее брать с собой. Или отпускать тут же. Хотя в Германии есть общий закон о том, что рыбу, которую можно скушать, которая совпадает определенным размером и не состоит сейчас в запрете, да, в нерестовом, эту рыбу нельзя отпускать. Ее нужно обязательно брать с собой. Вот. Ну, дискуссия о законах, я думаю, это будет чересчур. Понятно, что многие из них перебор, многие из них имеют смысл. Вот. Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы поймать рыбку. Время 8.48. А, включайся. Вот так. Сейчас будем перебрасывать. Скорее всего, надо докормить. Может быть, стая мелкой рыбы ушла. Может быть, подошла крупная рыба, ее прогнал. Не знаю, такое тоже может быть. Вот, поклевки маленько прекратились. И клюет каждую минуту. Надо посмотреть, что там такое. А здесь у нас, как я и говорил перед этим, произошло то, что рыба... Может быть, клюнула, пока я вам рассказывал о озере. Я не заметил, стоял спиной. И остановилась и стояла на месте, без какого-то движения. И вот у нас опять вот такой вот меленький подлещичек, который пойдет домой. На подлещика и... некоторых видов белой рыбы на этой земле нет запрета ни по размеру, ни по времени. Получается, его можно брать круглый год в любом размере. Но я считаю, если даже выбивать такую мелкую рыбу, то в будущем у нас вообще не будет шансов поймать хоть что-то. Так что я немного иду против закона и выпускаю такую мелкую рыбу, чтобы она радовала нас в будущем. Вот и тут сейчас такие микро поклевочки, вот как будто ветер колышет. Сейчас попробую вам показать, если у меня выйдет. Есть наша вершинка. Ну конечно, сейчас на камеру она не хочет. Вот.
поклевывается. А вот, вот, видели? Была поклевочка. Ну вот так, мы серьезно, как-то потихонечку пробуют брать крючочек, но не берет и не уходит, как это бывает часто. И ее приходится немножко подсекать. Вот она, следующая рыбка, ребята. Какое-то время не было серьезных поклевок. Все замолчало. Ну вот я подсек следующего мелкого подлещика. Опять же, всего два опарыша. И вот такой вот кандидат. Сравнить размер. Моя ладошка. Примерно с ладошку. Ладошечник. Но все равно рыбка клюет. Пойдет домой. Как альтернатива спиннингу в запретное время, я думаю, идет все равно очень хорошо. Да? Опять тихая. И слева параллельно клюет. Вот здесь уже что-то побольше. Похоже на среднего подлещика. Так, 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 так. Упалось, дружище. Да, это уже такой, как я говорил ранее, средний подлещик. Возьмем его в садок, сачок. И будем сковать обрыв. Такой подлещик. Зацепим его. Надо быстрее, слева клюет тоже. Упс, стоять, сейчас всего измажешь меня. Вот наша рыбка. Такой активный очень подлещичек. Так, очень хорошая поклевочка. Очень хорошая поклевочка. Да. Но опять же размерчик. Сегодня стандартный мелкий подлещик. Вот он, очередной мелкий подлещик, ладошечник. Ты пойдешь подрастать. Следующий мелкий подлещик, скорее всего. Идет на меня. Сопротивления мало. Ты кто? Покажись. О, ребята, очень даже неплохая красноперка. Так. И у меня поклевка на втором удилище. Я быстренько его вам покажу. Вот такая вот у нас красавица, чистенькая красноперочка. В траву маленько зашла. Вот такая рыбка. Да. Работала пищалочка. Сейчас это положим. Отсекать будем вторую удочку. Вот он. Следующий. А, сход. Сход, все. Кто тут у нас такой резвый? Иди сюда. Опять подлещичек.
размер с ладошку, чуть больше. Покажу вам поближе. В этот раз три опарыша. Вот. И такая вот рыбка, которая еще расти и расти до достойного размера. Пойдет назад. Пока я отмываю руки предыдущего подлещика, клюет следующий. Ну, не совсем плохой. Такой опять средненький размер. Возьмите сачочек. Кандидат уже, ну, чуть больше предыдущего, метра на два. Это вот такой у нас подлещик. Берется по-разному, бывает с краю, сразу за губу, за нижнюю, за верхнюю. Бывает глубоко заглатывает. Вот такой вот следующий у нас кандидат. Сейчас ближе к обеду поклевки стали редче. С утра было хорошо, а сейчас уже становится хуже с поклевками. Вот. Но это нормально. Скоро обеденный перерыв для всех. Это уже что-то покрепче, друзья. Вот это уже что-то посерьезнее у нас клюнуло. Бьется не слабо. Надеюсь, не сойдет. Идет прямо на берег. Вот такой есть напряг. Кто ты? Покажись. Друзья, это просто офигительный карась. Такой килограмм, наверное, килограммовый примерно карасик. Надеюсь, меня слышно. А сзади дорога. Вот она. Сегодняшний улов. Нам удастся его вытащить сегодня, это будет просто что-то с чем-то. Коронация нашей сегодняшней рыбалки. Иди, иди, давай, дружок. Уже перед сачком он не хочет залазить в него. Стесняйся, друг. Покажись нам на камеру. Видите, какой он синий. По сравнению с плечом. Вот такой вот, ребята. Он даже больше килограмма, я думаю. Больше килограмма у нас попался карась. Вот такой. Отцепился сам в сачке. Сейчас мы его поближе. Вот такой вот. Просто замечательный карась. Ну, до килограмма, наверное, не дотягивает. Может быть, 900 грамм. Но это коронация нашей сегодняшней рыбалки. Покажись. Вот такой вот карасище.
Сейчас попробую показать вам его в сравнении с моей ладошкой. Да? Примерно. Сколько у меня? Примерно 40 сантиметров. Вот такой красавец. Вау! Я не ожидал уже сегодня, что мы поймаем хоть какую-то крупную рыбу. Но поймать сразу такого карасищу, это что-то. Окей, будем перебрасывать. Еще поклевочка произошла на опускание. Ну вот не знаю, сидит, по-моему. Ой-я. Что-то опять хорошее, ребята. Я уже собрался складывать вещи. Потому что сегодняшний лимит своей рыбалки я поставил на 12 часов. Сейчас примерно без 10-12. Вот. И пошла крупная рыба, однако. Мелочевка перестала клевать вообще. Вот. Поймали огромного просто карася. Почти килограммового. И вот сейчас клюнул уже довольно нормальный лещ. Так, сейчас эту штуку вытащу. Вот он. Вот такой вот лещ. Ой. Тоже уже ближе к килограмму. Вот такой вот хрюшка клюнул. Получается, я только закинул после карася очередную кормушечку. Вот. И буквально минут 5 спустя клюнул вот такой вот лещ. На сегодня самый крупный. Примерно, ну, полкилограмма, может быть, самое много. Вот такой вот лещ. И сюда я тебе покажу еще разок. И вот такой вот карасик сегодня у нас в репертуаре. Просто прекрасно. Вот. На этой ноте я буду завершать сегодняшнюю рыбалку. Я сейчас соберу все свои вещи и сделаю небольшой итог сегодняшней рыбалки. Итак, друзья, подведем итог сегодняшней рыбалки. У нас конец марта, 23 марта. Погодка не очень пасмурная, дождя не было, ну и солнышко тоже. Вот. Еще довольно холодно, сегодня, наверное, было плюс 10, плюс 11 градусов. Крупная рыба не совсем еще активна. К обеду нам удалось поймать два крупных экземпляра, одного неплохого подлещика и довольно крупного карася до килограмма. Вот. В основном клевало сегодня неплохо, с утра лучше, но мелкая рыба ближе к обеду сейчас стала клевать редче, но рыба укрупнилась. Вот. Ловил я сегодня на пикер, легкий такой фидер до 60 грамм, и на карповую снасть, которую я использовал пассивно, оснащенную тоже кормушкой, той же системой, что и на фиде. Вот. Корм, который я сегодня использовал, универсальный, простой корм, который имел не совсем такую сильную ароматику. Такой корм в основном используется для того, чтобы потом добавлять в него еще какие-то добавки с средней зернистостью. Вот. И добавил в него немного корма очень, с очень мелкой зернистостью, со вкусом рыбы и креветок. Вот. Может быть, это принесло под конец крупную рыбу, не знаю, или вообще клюв. Вот. Но вот такая вот у меня была сегодня рыбалка. Надеюсь, вам понравилось.
Если понравилось, ставьте пальчики кверху, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии под видео. Вот, кому интересно узнать больше о этом водоеме, на котором я сегодня рыбачил, пишите в комментарии, я попробую вам помочь. Спасибо всем, пока!